Хор 800 расположился на ступенях Чкаловской лестницы. В свете софитов и фотоспышек 800 хористов, число которых, конечно же, не случайно. Готовятся выступить перед многочисленной публикой. Несмотря на волнение, юные хористы стоически выдерживают затянувшуюся немного паузу перед выступлением. Попала в большой театр практически. Жду эмоций каких-то положительных. Ну, каких-то, не знаю, новых песен, может быть, или старых. Посмотрим. Чего-то, видимо, дождусь. Пришли посмотреть хоровое пение. Вообще, я первый раз вот в этой части, да, мне очень интересно посмотреть. Так все красиво. Неожиданно приятно. Замечательно. На самом деле, не на многих мероприятиях побывали в этом году. Вот. Ну, драйва, веселости, хорошее настроение. Вот. Все-таки Нижнего 800. Сегодня один из грандиозных дней. Я думаю, все будет очень, очень круто. Волнение отступило. Хор запел. Вместе с ним и зрители. Кто-то пришел сюда специально, а кто-то просто не смог пройти мимо. Остановился и запел. Приятным завершением праздничного вечера стало парусно-световое шоу на воде. Атмосфера на Нижневолжской набережной, что ни на есть, самая праздничная. Уже чувствуется теплое дыхание грядущего праздника, который, к слову, вот-вот нагрянет со всем своим нижегородским размахом. Все-таки и правда, не каждый день любимому городу 800 лет исполняется. Мария Бурова, Ренат Бикбаев. Время новостей.